От энергии Александра можно Силиконовую долину запитать. Энергия, вот это должно нравиться. И вы должны, то есть, и нравится всем. Просто вы должны найти тему, которая нравится именно вам. Вот если вы, помните, мы говорили про сомнение и подготовку. Если вы сомневаетесь, допустим, если бы я сейчас вышел бы вам рассказывать о физике, или о высоких материях, или там, допустим, об анатомии, или там о чем-то еще, я бы, наверное, ну, менжевался, потому что, а вдруг там стоят, а вдруг там все знают об этом, а вдруг там то, вдруг там это. Поэтому да, я молодец, и мы молодцы. Смотрите, я молодец, я все время, вот кто меня знает, они говорят, Некрашевич молодец, потому что я сам себе и миру транслирую. Я запрещаю говорить ничего себе. У меня в команде запрещено говорить ничего себе. Вы миру транслируете ничего себе. Да, все мне, ничего себе, все мне. И нормально. Вот эта трансляция миру, это хорошо. Я же делюсь полезной информацией. Я не вру, я ничего не продаю, я ничего не впихиваю, я ничего не впариваю. А знаете, как просто проверить, впарили вы или не впарили своему клиенту, своему заказчику. Вот это очень такой... Как проверить, вот допустим, смотрите, я продал консультацию кому-то, своему клиенту, да? И как проверить, я ему впарил или продал? Вот как проверить? Все просто, друзья. Если вы после консультации не стесняетесь ему позвонить, то значит вы продали. А если вы такие, то значит впарили. Поэтому я не впариваю и не продаю, я просто делюсь, и поэтому меня штырит.